Диалог, какие я команды ненавижу. И какие люблю. 1. Красных. 2. Желтых. 3. Синих. Вот мы опять зеленые. Ура, опять зеленые. Слава зеленым. А может не слава соленым. Чего я сказала? Соленые. Ладно, забыли. Смотрите, что у нас есть новенькое. 3, 2, 1, go! Сейчас. Да понял я, понял. А я на что с тэшками? Все. Это что за анимация? Здесь вроде все нормально. Что с рожками? А мячик? Нифига себе. Это понятно. Башенки. За что анимации на башенке нету? Ой, мы уже начали задачу. Хотя я все уже доделал, у меня уже 70 уровень. Вот поэтому я Dance Bobby Dance получил. И вот что я еще получил. А, сейчас. Кое еще не доделили. Ой, где след? Вот он. Уи, у меня теперь вот такой вот след прикольный идет. Это... Ой, к защите. Ты че? Ладно, давайте пойдем. Ты что делаешь? Все, так. Может, там какая-нибудь секретная посылка? Не показалось ли там сатана было написано? Или кто это? Фу, показалось. Я думаю, что это желтый. Но на самом деле это не желтый. Потому что желтых это самая худшая команда, надо их кокать. И красных надо. Но синих что-то мне нравится. Синих тоже можно быстро откокать. Так, бим-бим-бим. Минус. Да. Почему меня заставляют идти к защите? Сами иди. Желтый. О, он застрял, он завис. У меня ножнички обрыдены. Так еще лучше. Теперь назад. Обгрейдиваемся. Короче говоря, а что с ножиком? Господи, а что с вещами-то? Господи, почему у них аватарки поменялись? Это очень жестко. Ай! А, желтый! Ну что, желтый был? Ух, вот это было жестко. Да какой защите? Я там у желтых фармлюсь. Потому что у них кроватки нету. И за чем, и за кем присматривать, и зачем. Кайфуют там, да танцуют. Вот что они там делают. Вот мячики, хорошо. Мячик прикольно выглядит. Когда в магазин. Так, все, желтых уже. Кимельки, жулюль. О, у него тоже мячик. А я увернулся. Представь, что я АФК. Он вроде головой болтает. Или что, это мне кажется? Так вроде он меня мячик что-то не хочет пускать. Странно. А у меня мячика нету. Зато нету хпшек. Мне нужно лучше бы хпшки потом накачать. Хорошо. Все синие пошли в минус. Твои синие пошли в минус. Ты мелкий нубик. Твои синие пошли. О, АФКшка.
Это точно ФКшка, потому что она не двигается. А, не повезло. Хорошо, уже все, ни у кого нету кроватки. Это идеально. Покупаем блоки, вдруг мы упадем, реально. Давайте, когда... Так, уже обновлены горячие источники. А красивые-то аватарки, смотрите. Красотища-то какая-то! Господи, красные! Красные алмазники! Красные алмазники! Он один. Пацаны, я все понял. Надо его кокать, потому что он нам не даст, он нам не мляжет. Ну что нам? Нет, не вздумай, камушка, я не вздумай, нет, парень. Давай, иди. Кому говорю? Прыгай, ты все равно же умрешь. Я и то 5 хп. Я и то пол жизни потерял. А ты чё? А ты там танцуешь. Понятно. Помогите! Да почему 5 секунд? То 5, то 3, то 1. Ты где он? На 5 не... Мэджик. Мэджик. Это мэджик! Невидимка? Это невидимка? А, это наша невидимка. Успокойтесь. Спецслужба. Это не наша невидимка. Ну что, страшно теперь стало? Страшно? Страшно! Ты. Упал. Да. Планер, блин! Кошмар. Этот фильм называется «Кошмар». Потому что... Да. Это уже не выдерживаю, так что... О май гад, Зода на границе! Вау! Привет. Где он? Ха! Нубик. Ты чё убегаешь? Ты зря убегаешь. Нубик! Нет! Да блин, да как? Без кровати невозможно выжить. Тебя убьют за 0,01 миллисекунду. Как ты там будешь ковыряться где-то? Можно я просто буду на изумрудной фармилке дофармить, как он? А, давайте просто его к нему подходить и его кокать. У него мало хп, что... Есть! Пацаны, мы убили его! Вот новое доказательство то, что без кроватки нельзя победить. Я вроде где-то навидел. Тут здесь вот АФКшка стоит. Это АФКшка. А где АФКшка-то? АФКшка пропала, что ли? Ладно, можно было и так вот. Хорошо. Вот здесь АФКшка была. Кто помнит пару минуточек назад? Ставьте лайк, кто помнит, что было пару минуточек назад. А я пока что защиту обкрыл. Ну и того подобного. Фармилку, а не фарму... Нет, они вообще на уровне 1 оставили.
Не, здесь тени его пока что не видно. Зато видно еще одна фармилочка. Они там. Это мне это кажется или? А, не-не-не! О май гад! 9. Нормально. 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 Идеально. Ну вот так вот, вот что несет самый обычный нормальный игрок, который ну все умеет. Это были неожиданно. Мы победили. И что мы будем делать? Я не знаю, что. За что одному нельзя было играть? И когда они его свалили? Так, давайте что-нибудь поделаем. А давайте я поиграю в Никатра и засниму самые интересные моменты. Смотрю продажу. У меня 3-10 ключиков. А узнать еще можно сделать за 10. Получить он умеет же 0,01. Начинаем играть. Ты что делаешь? Ты что не делаешь? Нинядя! 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 О, это новая игра! Пацан! Ты что сделал? Это непоминливый! Это самое худшее, что я когда-либо видел. Вот это тем более. Вот это вот тем более. Вот это вот, вот это вот, вот это вот тем более. Вот это вот тем более. Вот это вот тем более. Ставьте лайк. И в конце один бонус. Все подписаны в две новых игры! Так что подписывайтесь! Отворите. Это что за метла? Торнадка, торнадка. Всем привет, с вами технические шоколадки. Мне все сломалось. И можно снимать обратно видосик. Можно уже попрощаться, потому что вы все пропустили. С вами были Данилькиня и всем пока, люди. И...